Природный музей под открытым небом. Именно так называют один из уникальнейших уголков Полесья – заказник Мозырские овраги. Даже не верится, что в начале 60-х годов прошлого века эта территория имела совсем другой вид. Голые овраги постоянно осыпались. В это время на Мозырщину приехал трудиться лесовод Григорий Бондарь. Именно ему принадлежит идея засадить овраги деревьями и тем самым укрепить склоны. Сегодня, спустя почти 55 лет, этому живописному участку присвоили имя Григория Елисеевича. Идею подал Николай Дмитриевич Дасько, бывший директор. И я сказал, что я приложу все усилия, и это мы сделаем. Как бы это нужно, и этот человек отдал практически всю жизнь свою лесному хозяйству. Это уникальный человек, которому это стоило сделать. Григорий Бондарь – настоящий патриарх леса. Мозырский опытный лесхоз он возглавлял более 20 лет и важнейшей задачей считал и считает пропаганду экологических знаний. В честь таких людей, смелых, решительных и опытных, в республике появляются именные участки лесных культур. Это у нас уникальный человек, один такой в республике, заслуженный лесовод БССР, который ныне здравствующий. И мы решили, что пока человек еще есть, чтобы сам увидел результаты своего труда. И собрали коллектив и ветеранов. Я думаю, это очень хорошая традиция, и мы будем продолжать эту работу и дальше. На торжественном мероприятии в честь появления именного лесного участка собрались родственники, друзья и коллеги. Сам Григорий Елисеевич уверен, если о человеке помнят, значит, жить он будет долго. Я считаю, что именно то, что сегодня они сделали для меня, это говорит о том, что я еще немножко поживу на этом свете и полезных советов тоже могу дать им, как в дальнейшем вести себя в природе. Заслуженный лесовод сегодня находится на заслуженном отдыхе, но связи с родным предприятием не теряет. Помогает мудрыми советами, консультирует молодежь и стремится передавать весь свой опыт новому поколению лесоводов. Светлана Грудько, Екатерина Юрченко, Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».